Хей, йога, с вами Шинки, мы продолжаем проводить руку на Саус Парк и Палка Истины. А мы прибыли в Канаду, в прошлой серии мы победили сначала Элгора, а потом победили Чел-Медведя Сви... Так, ладно, полетели. Да, у нас тут теперь, как вы видите, Канада пиксельная. А так не работает. Всегда держитесь пару эликсиров силы в запасе. Эй, канвас пал, алло. Сука. Мне сюда не попасть. Мне нужна способность, чтобы ломать это и камни. Давайте хотя посмотрим, сколько у них хп. Уязвим к огню. По 6. Почему ты на эту не налетела? Блин, нужно баттерсу как-то, я не знаю, вкачивать тоже ману, чтобы он хотя бы два раза мог кого-то съездить. Типа, чтобы я мог кидать свой вот это бумеранг, и он убивал волков. Ни хрена себе. Лютый волк. Ну, по идее, его должно ваншотнуть. Да. Урона много, поэтому убивается. Ну, в принципе, я могу просто потычками танк делать, им, и они сдохнут. Деньги. Ха. Да, но видите, здесь их нельзя... А, не, можно, смотрите, глушить. Ладно, рано, но все же. Рано, но все же. Ух, попал. А этот ваншот, по идее, должен быть, да. То, что у него там три кровотечения. Ни хрена себе. Он атакует. Монетки. Опыт. Предмет снят. А вы будете нас насиловать? Он не будет нас баттерс насиловать. Ай, легкий, ладно. Только что косарета брони. Кстати, здесь тоже может быть ваншот. Если сейчас все повезет. Ну как, не ваншот? Ну, хп 1000, 2000 останется, может быть. Ну, косарь точно останется, а вот 2000 там возможно. Нет, 10к он отлетел сразу. Лающий паук. 15 уровень, найс. Перчатки варвара получены. Ха. Посмотреть. 101. О, это вот это вот хорошо. Потому что изменить. Больше урона. Перчатки варвара. Твердая кожа обеспечивает хорошую защиту рук. Добавляет 40 брони, снижая урон от атаки противника. Атака оружием ближнего боя наносит дополнительный урон. Так, ну в принципе 15%. Лучше вот это взять. Тогда эти ставим. Изменить. Каждая атака высасывает 50. Так, положить в инвентарь. Изменить. Нанесение шокового урона. Где у нас там отхил был? Ну, при каждом ходе. Получилось.
Так, теперь пытаться это найти, да, нужно? Попытаться. Стой. Увеличит запас здоровья. Блин, нужно, короче, некоторые предметы будет все-таки в сундук вкидывать. Чтобы не мешали. Тут нужно три друга. А, так они сами плывут. Хорошо. Матер, ну ты же знаешь, как это все дело работает. Хочешь, давай не будем юзать, а просто молнии. Ого. А ну мощный давай. 8К. Он, по сути, такая же будет, как и обычная. Тук-тук-тук. А, добро пожаловать в Вейнтерой. Это консультантский город, поэтому веди себя хорошо. Не делай, что хочешь по всем остальным. Опа, магаз. Добро пожаловать в магазин. Могу ли я вам что-то моим товаром? Оружие. Меч Фламберга. Так. Волнистый и смертоносный. Херня, слабый. При атаке игнорирует до 200 брони. Получаете бонус 20 к здоровью после магической атаки. 200 брони игнорит. А у нас сколько игнорит? Подожди. Так, 100 урона. 50. Уничтожает 200 брони. А, то есть он уничтожает вообще навсегда. Тогда лучше это, ладно, будет, пускай. Работа дровосека опасна, особенно докучают эти лютые медведи. А этот бедняк и гражданский загрыз лютого медведь. Вы знаете о лютом медведях, не так ли? Это как медведи, только лютый. Простите, приятель, но там лютый медведь. Ладно, значит, мне нужно с кем-то говорить, чтобы туда попасть, да? Да, написано по канотке, но почему я должен помогать иностранцу, когда внимание половина лютого медведя? Вот что, убей всех лютого медведя, находясь к северу от города, и помогу тебе, чем смогу. Окей. Это медведи, я иду за вами. Вау. У него, знаете, рык как... Он первый атаковал, черт. Ладно, ну Баттер все равно этим отхилит нас. Не, мог, конечно, молнии бы шандарахнуть, да и все. Но я лучше и отхилюсь при этом. А, не, такая они плюс еще отлетают от... Ха. Хрена себе. А этот выжил. Но от меча не выживет. Шкура, шкура, шкура. Пойди все. Слава богу, ты все сделал. Посмотри-ка на эти шкуры лютого медведя. Наконец-то я смог сделать лютую мантию. Ладно, давай сюда свой лист. Да, написано на языке Восточной Канады. Министр Монарлис может перевести. Но боюсь, что принц заточился министра в пещере Квембе. Я говорю с принцем, вернусь к нему, он тебе даст... Ура, у тебя будет самая шикарная лютина во всей Канаде.
Возвращайся здесь к принцу. Поехали. Так, нам сюда. Да, вот сюда и погнали прямо. А, вот и где-то. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я освободил министра Маннингули. Я бы помог, но мне сначала очереди поговорить со стороны Гиппинской банфы, чтобы позволить бы. Некоторые команды считают, что наша нация должна быть единой. Заткнись! Что ты вообще такой? Слушай, это все потому, что Эпинский Банфол, Либерант, он делает все, чтобы... Я прошу тебя использовать еще одно условное задание. Ступай в Банф и убей Эпископа. Убить Эпископа Банфа? Шш! Ты ж. Убей епископа Банфа и в доказательство соединения принцесса и мне его яйца. Делай это, и я тебе позволю войти в катакомбы. Убивать кого-то. А если я не хочу? А если я не хочу убивать его? Медведи появились. Ай-яй. Ванковер. Хоккей, играющий во всем мире, сейчас он... Ладно, погнали в другую, потом сюда придем. Ну, чтоб по порядку, да, чтоб не... Мало ли там куда-то дальше нужно быть. Ну почему меня первого атаковали? Змея. Нормально работает. Я думал, он так... Если... Там же было написано, если не меньше трех. Ну, по-двому он тоже отскакивает, поэтому типа нормально. А ты когда-нибудь был в Ньюфэнг? Это лучшая анальная секса, ты не найдешь нигде. Добро пожаловать. Что у тебя есть? Так, светящийся нож ангела Моссада. Так, потайной нож члена тайного ордена. Блин, не то. Снаряжение. Так, митра епископа. А помпом указывает на небеса. Хорошо, так, проверивается, не мешай проводить наложение рук. Блажение. Прикид настоящего друга Иисуса. Увеличит максимум здоровья на 250, от исцеления ты получаешь больше. Нашивка для костюма. Нашивка госдовохранения. Восстанавливает дополнительные 100 здоровья при исцелении. Коготь демона. 75 урона. Фигня, ладно. Слава Иисусу, слава Богу. Слава Иисусу и Богу. Это он? Епископ. Застрял, ладно. Интересно, на что там. Нашивка Рейденджер. Рейнджер. Так, дальнобольные атаки наносят на 100 больше. Диск кровопускания. Ага, диск кровопускания. Чем сильнее он вращается, тем больше льется кровушка. При отдельной атаке цель начинает стекать крови. До 3-2 случайных целей получается удар. Я два диска метаю. Ну, типа, по косарю. Ну, тут 5 оскоков. Нет. Могу я его не убивать? Ассасин!
Сори, я тебя ваншочу. Ну, не ваншочу, ладно. He knows not what he does. Епископ. Мне нравится то, что у Баттерса способность юзается на всю площадь. Ну да, это, конечно, тяжко, с одной стороны, что-то выпить здесь, то, что нужно. Вот такое. Но можно приноровиться к этому. 15-ка просто. Окей. Так мне теперь хватает и на этот удар. Дома. А, так я могу. Слабо, то мощно. Нихера себе. Хорошо, хорошо, хватит. Умоляю тебя, не надо меня убивать. Я уйду, и принц никогда меня не узнает. Вот, пожалуйста, возьми эти яйца для того и скажи принцу, что это мои. Да не буду я убивать. Иди с миром, мой сын, это станет между нами. Да, хорошо, что так. Яйца епископа. Ну, в принципе, если бы мы его убили, но он бы не был нашим другом. Так ведь? Так. Поэтому как-то так. Я делаю все нормально. Он мертв? Ты его убил? Я им сказал, теперь религия точно не будет мешать делать это государство. Как нам тебе? Вы сказали, что освободите министра Минерала. Милорд. Не, не могу. Нет министра и его епископа. Мне нужно передать за трон. Но, милорд, мы обещали. Ты. Скорее, ты должен проговорить с графом Винниро. Он похож на тебя предложил в катакомбы. Кэлла, передай это графу. Торопись. Принц Канады. 70 друзей. Хорошо. Способности. Что лучше? Как с гуся вода? Ну блин, я не знаю, это положительно или нет. Типа, это вражеский эффект будет, типа, или нет? Врагам. Больше лутов ты наносишь больше урона разъяренным врагам. При этом атака становится менее опасной. Первая атака каждым визитом наносит больше урона. Не знаю, блин. Но мы пока не хилимся, с одной стороны. Ладно, пускай это будет, потому что... Мне кажется, в дальнейшем она пригодится. А, здесь та карта, блин. Еще поймешь, куда идти. Давайте в Ванковер пойдем. Скорее всего, здесь нужно кому-то дать. Да, многие прекрасные фильмы были сняты в Ванкусе. Они были в бревчатых избах. И на маньяках. И маньяках. Так, ладно, туда потом пойдем. Магаз. Оружие. Волшебная палочка Архимага. Когда-то принадлежала знаменитому могущественному магу, куплена по каталогу на борту самолета внутреннего авиалинии. 500! Ни хрена себе! Ну да, типа урона мало, но... Так, наклейка «Разбитый щит» при атаке устраивающий дополнительный щитов. Фигня.
Yes, I know. Ну да, я знаю, но от вас другой стороны Канады. Как мы можем туда попасть? A letter from the princess? Письмо от принцессы? What the... Что за... Запись мне, что принцесса принесла с собой убийцу, епископа и министра арестовали министра. Молодой человек, если ты желаешь выйти в конкомбы к Вейбе, то тебе надо поговорить с монахами, проявляющими на юге, востоке. Горы только они могут обучить тебе такой магии. Окей. Борода, шлем. Поехали. Зазубренный топор расчленения. Типичный результат тупых игр на уроке труда. Шлем варвара. Рога для запугивания, мех для уюта. Бонус здоровья, броня снижает урон атак противника. Оружие наносит на 10 больше. Блин, ну здесь оружие наносит на 10 больше урона. Но здесь броня. Нет, пускай будет этот. Лучше выглядит. А с этой стороны что у нас? С этой ничего. Ну ладно, тогда поехали. Он говорит с ниже не здесь, да, по идее? Скорее всего, да. Терриси Филипп. Может быть, тот американец, с которым говорили, нет, не может быть, он не может быть мастером заклинания, он даже не знает, он, скорее всего, даже не знает. Он знает рев дракона. Любой ученик волшебника может сделать рев дракона. Это сам в себе, ладно, отвечает в битве другие. Он же может повелить его ничарами. Если он такой крутой, то почему он не сможет пукать? Шептун? Он все-таки достоин нашего обучения. Да, готовься, дитя. Настало время научить тебя настоящей магии. А знаете, это момент, как в Матрице. Твоя мастерство впечатляет, молодой Янки. Ну да, как... Последний раз я видел такое еще во время Эрика Греймелса, штаны. Но теперь ты должен научиться контролировать мускул своего ануса так, чтобы изменить частоту заклинаний. По нашим объектам магия может быть действовать, но у меня есть козырь в руках. Нагасаки! Вот, смотри еще раз. Теперь попробуй. Будь уверен в себе. Нихера себе, разрушительная мощь. Вот так, теперь давай посмотрим на Масаки, работает в бою. Эти три педофила из Альберта разберутся с тобой, если ты не наваляешь им. Нагасаки. Вот так. У тебя есть сила? Она тихо снесло. Во, молодец, теперь иди и используй свой анус в доблесть людей, и никогда нельзя не пукай, иначе яйца. Окей. Да, вот это мощь, что аж выносит людей. Нагасаки. А чё-то она такая слабая. Так, мне теперь в пещеры нужно. В пещеры и сломать этот камень. Hey, hey, hey!
Короче, это... О! Подожди. Подожди. О, я ударил первый, окей, это хорошо. Так, задел несколько, хорошо. Способность. Отлично. Ого. Морозная сила. Так, аватар слетает, да, у меня получается? Nobody likes me. А чё так жестко? Знаете, в чем херня? То, что оно сразу восстанавливается у меня. То есть я могу снова сейчас заюзать. Я его на этого. И типа я снова восстановил себе все. И при этом я могу, понимаете, благодаря этому хилиться. Довольно неплохо хилиться. И, конечно, не полностью, но... Или полностью. Ну, не полностью. Отлично. Отлично. Так, Ворвор. Атака оружием ближнего боя наносит 200 урона. Ага. Угу. Изменить. О, а вот это сюда. Все. Отлично. А вот это сюда. Доспехи Варвара. Доспехи варвара. Без рукавов, чтобы так понтоваться варварской мускулатурой. Добавляет 110 брони, снижая урон атак противника. Получить бонус к атаке в начале боя. 30 брони. Бонус к способностям, когда здоровье меньше 15. Блин, ну это типа красивее выглядит, но мне выгоднее то, что... То, что. Положить, изменить. Фу-фу-фу-фу. Выше урона. Хорошо. Хорошо. А, я забыл уже поговорить. Побежал. Je suis libre! Je suis libre! О, не вы besoin de collections tradout? Окей. Cela se traduit par cela, cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup!
так, присутствие Канады, мистер Монвалли. Задание выполнено. Все, я могу теперь отсюда валить. Так, подождите, карта. Так, ну пойди все. Мы можем сейчас сделать две вещи. Первое это... К девкам сходить? А лучше к Джимбо. Не хочу с ними драться. В принципе, можем закончить, сохраниться. В следующей серии продолжить. Поэтому как-то так. Да, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.